Я попрошу вас зайти. Сейчас будем определять. Вы кто? Жена. Кого? Финальный вопрос следователя отдела по расследованию особо важных дел. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации Петербургской области Моднова. Об избрании мер по пресечению и заключению по стражу в отношении Морозова Алексея Владимировича. Морозов Алексей Владимирович, 5 февраля 1989 года. Основание заказ на аренду. От 5.10.2018 факт общик ООО «Трансавто» лице директора. Примерно в 7 часов 40 минут на 24-м километре автодороги Тверь-Ржев, 98 метрах от километрового столба 24, ближе к деревне Некрасово-Калининского района Тверской области, при движении со стороны города Старица. В результате ДТП, полученных телесных повреждений, погибли 13 человек, из них 12 пассажиров автобуса «Форд Транзит» марки 22700. Во-первых, Морозов